Первому слову игроку по традиции. Пожалуйста, расскажите, каким для вас сложился матч, что было наиболее сложным, на что настраивались и что, в чем основные проблемы в игре команды вы видите? Ну, Химик наш традиционный соперник и самый сильный соперник в лиге. Мы не выполнили план на игру, слабо отыграли в защите, и у нас была слабая реализация с поля, мы не попали много свободных бросков. Вот. И, наверное, не настроились на игру так, как надо было. Спасибо, есть вопросы? Да, вы сказали, что не выполнили план на игру. А какой был план? Основная задача была? Основная задача была это сильно задать сильный темп, быстрее пробиваться в нападение защиты и стоять, ну, отыграть в защите, чтобы быстрее переводить мяч на половину соперника. Не получилось у нас быстро играть. Спасибо. Следующий вопрос. Благодарим игрока и слушаем подведение итогов тренера. Пожалуйста, какие вы могли бы сделать замечания о игре сегодняшней? Нет, значит, Химия хорошая команда. Я могу сказать, что нам повезло, что мы с ним попали в кубок, потому что нам надо учиться, расти, у нас новая молодая команда. Это хороший опыт будет молодым игрокам сыграть с такой командой, с такими соперниками, с такими людьми. Вот. Ну, результат закономерный, что я могу сказать. 53 очка, 3 дома, там 30, там тоже 40 летели. Ну, пока у нас такой уровень, так вот нам можно. Спасибо. Вопросы есть тренеру? Благодарим вас за...